Плиний старший. Плиний Гай Секунд. Видный римский ученый и писатель, автор естественной истории. Старшим его называли в отличие от его племянника Плиния-младшего. Родился Плиний-старший в городе Комо в 23 году нашей эры. В юности служил в коннице, принимал участие в военных походах против германцев. Занимал ряд крупных административных постов в Римской империи. Плинию-старшему принадлежит ряд работ по естествознанию, истории, военному делу, риторике и филологии. Написанная им естественная история в 37 книгах являлась по существу сводом знаний того времени, содержала сведения по астрономии, физике, географии, зоологии, ботанике, истории, сельскому хозяйству и медицине. Плиний-старший использовал большое число разнообразных работ античных авторов, однако некоторые сведения применял не критически, писал о недостоверных фактах, излагал неверные суждения. Однако его произведение в средние века сохраняло значение главного источника естественно-исторических знаний и дошло до нашего времени. 24 августа 79 года Плиний присутствовал при извержении Везувия. Стремление увидеть это явление как можно подробнее привело к тому, что, надышавшись серными испарениями, Плиний-старший погиб.